Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Canbox на Nissan X-Trail третьего поколения в кузове Т32. Модель M-Line, диагональ экрана 10,2 дюйма. Стоит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает максимально аккуратно, без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем-разъем, с коншиной автомобиля адаптируется. Проводка под конкретный автомобиль также идет в комплект с магнитолами. Рамка у нас идет полностью, вот эта вся панель меняется. Блок климат-контроля, здесь есть вырез в рамке. Это все сохраняется по-штатному. Она такая глянцевая, выглядит все достаточно красиво. Кнопки на руле все работают, то есть это громкость, переключение треков и ответы на звонки. Также с подсветкой адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режим. Включается подсветка сенсорных кнопок и регулируется яркость дисплея. Яркость можно регулировать также в ручном режиме. Автомобиль у нас идет в комплектации с круговым обзором. Это также все подключилось, адаптировалось. Все работает корректно. Включается при включении задней передачи. Здесь у нас все осталось по-штатному. То есть изображение со всех четырех камер, изображение задней камеры. Динамические линии сохранились. И также в комплектации данного автомобиля есть автопарковка. Она также сохранилась и активируется при нажатии на данную клавишу. Также круговой обзор можно включить принудительно. Вот здесь выведена такая специальная иконка, которая поверх всех приложений, то есть вот какое бы мы приложение ни открыли, она всегда будет сверху, и ее можно перемещать в любое удобное для вас место. Нажав на нее, мы попадаем в режим кругового обзора, включается автоматически передняя камера. Это очень удобно, когда мы паркуемся передом. Еще раз нажав на нее, меняется вид. И еще раз на нее нажимаем, она выходит обратно на главный экран. По внешним подключениям штатный USB-порт подключили. В него можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией. Также дополнительные вывели в бардачок. Здесь у нас такая дополнительный USB-порт. И также еще идет слот под сим-карту для подключения к интернету. Подключиться к интернету вы можете, как установив симку в данный слот, так и раздав интернет с вашего мобильного устройства. По мультимедии работает на полноценной Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности. По железу все достаточно хорошо. Здесь стоит производительное железо. Как видите, все работает очень быстро, плавно. Есть возможность скачивать приложения из Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск. Есть эквалайзер для настройки звука. Возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Возможность подключить Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. И множество других полезных мультимедийных функций, чего не было изначально в автомобиле. Теперь здесь гораздо больше экран, но он высокого качества, с хорошим разрешением, насыщенный, яркий. Ну и также по мультимедийным функциям, конечно же, вообще несравнимо с оригинальной магнитолой. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. На данном автомобиле есть различные варианты мультимедиа с разными характеристиками и ценами. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!